Итак, мы сейчас оформляем подписку Wellness на продукты Wellness, коктейли, витамины. Для этого мы выходим на главную свою страничку, идем во вкладочку Wellness подписка. Видим, здесь у консультанта уже оформлена подписка, и он получает бесплатный четвертый продукт. В данный момент ему нужны мужской Wellness Pack. Каждый продукт я рекомендую оформлять отдельной подпиской. Итак, Wellness Pack для мужчин. Выбрали галочку «Сохранить». Также данному партнеру нужно оформить подписку на коктейль «Ваниль». Выбираем из списка «Коктейль «Ваниль». Сохраняем. И оформляем еще одну подписочку на детские витаминки. Wellness. Комплекс витамины и минералы для детей. Сохраняем. Таким образом, у нас есть одна подписка, четвертый шаг, и три подписки будет первый шаг. Обращаю ваше внимание, что после того, как вы оформили подписку и в каком-то из каталогов вы примете решение отказаться от нее, заходите по той же вкладочке Wellness подписка. И здесь, указывая на определенный продукт, вы можете отменить ее. Отменить. Понятно. После того, как оформили подписку, мы идем в корзину, где у нас уже есть какие-то продукты. Обратите внимание, здесь есть внутри комплекс для волос и ногтей. У него нет в подписке, поэтому все верно, что он включен в корзину. Отдельно в быстрый заказ коды продуктов по Wellness подписке вводить не надо. Здесь в корзине вы их не увидите никогда, но они автоматом будут вам вставлены на последнем шаге после того, как вы нажмете «Продолжить». Итак, видим продукты по подписке, что нам включили. Wellness Pack для мужчин, золотая коллекция к юбилею компании за денежку. Wellness Pack, четвертый шаг, бесплатный. Баллов нет, поскольку это не Wellness подписка плюс Life, ее нет в Сургуте. И видим, что включили первый шаг подписки, комплекс витамины и минералы для детей, одна пачка, и сухая смесь ваниль, одна пачка. Видим данный заказ на 154 балла. Так как это заказ по премьер-клубу, 154 балла. Все заказы свыше 150 баллов имеют дополнительную 10% скидку. То есть в следующем каталоге суммы заказа по цене каталога, кстати, давайте вот ее сейчас посчитаем, 4 945, да? Не помню, как считать. Ну ладно, делим на 5. Это у нас будет 20. А, просто хотел бы. 4 945 умножить на 1,25. Это сумма заказа без скидки по каталожной цене. Вот 10% от этой суммы консультанту будет возвращено 611 рублей в качестве предоплаты за будущий заказ. И так как консультант вышел в данном случае на 3%, ему будет еще возвращено 3% с товарооборота его структуры. Да, насколько я знаю, Ирина у нас на... Проверим, вроде бы менеджер, да? Ну, здесь показано только текущее звание, поэтому сюда не обращаем внимания пока. 3% будет возвращено еще дополнительно с товарооборота команды. Еще не конец каталога, поэтому это выгодно, заказы больше, чем 150 бонус-баллов. Их легко научиться делать, если всей семьей употреблять продукцию Wellness и рассказывать о другим, какая она замечательная, либо иметь несколько клиентов со скидочкой или без, это вы решаете сами. Вот таким вот образом оформляется подписка. Еще раз повторяю, что все подписки оформляются на главной страничке через вкладку Wellness подписка. Там же они отменяются. И все подписки оформлены, их не нужно отдельно вводить вот в эту таблицу. В быстрый заказ их вводить, повторяю, не нужно.
так как у вас они уже есть в подписке, и они на автомате встанут к вам в заказ на последнем шаге заказа. Всем всего доброго, оформляйте подписки Wellness, будьте здоровы!